Урок добра. Второклассники 25-й школы Златоуста побывали в доме малютки. Туда ученики захотели приехать сами после одного очень познавательного классного часа. Как это было, расскажет Юлия Костюшева. Раз, два, три, четыре. Софья Смоленцева заботливо берет за руку трехлетнюю Машу и водит по снежным тропинкам. Зимние прогулки малышне всегда в радость, но вместе со старшими товарищами еще интереснее. Мы сегодня гуляли с ребятами, а я гуляла с Машей. Маша добрая, жизнерадостная и веселая. С малышками дома ребенка на зимней прогулке второклассники 25-й школы. На один из классных часов к ним приехали представители «Единой России». Рассказали учащимся, как партийцы помогают многодетным семьям, инвалидам, пожилым людям и детям-сиротам. Школьники настолько прониклись, что попросили привести их в дом малютки, чтобы все увидеть своими глазами. Это была чисто ихняя идея и просьба ко мне. Организовать экскурсию. Вот спасибо, что здесь такой персонал в доме малютки, доброжелательный, хороший, отзывчивый. И они понимают, что надо действительно подрастающее поколение учить всему, показывать все, воспитывать на уважение, взаимопонимание и самое главное – на доброте. Виктор Ращупкин – частый гость в доме ребенка. Считает, что такая экскурсия и для школьников должна стать еще одним уроком доброты и ответственности. Этим детям нужно помогать. Весь наш класс принес сегодня игрушки, книжки, какие-то раскраски. Мы хотели бы, чтобы эти дети развивались. Наши дети очень любят общение, именно вот с детьми, общение со школьниками, студентами, потому что и студентам, школьникам нравится, и нашим нравится, что они гуляют. И вообще в любой момент мы всегда рады, чтобы наши дети как можно больше общались с другими детьми. Сегодня в доме малютки живет 43 малыша возрастом до 4 лет. Провести время вместе с ними также приходят и волонтеры. Но это могут сделать и другие неравнодушные горожане. Необходимые условия – санитарная книжка и предварительная договоренность с персоналом дома малютки. Здесь рады всем.